Развитие торгово-экономических и гуманитарных связей между регионами России и Азербайджана значительно разнообразит и наполнит конкретикой двусторонние отношения. Об этом заявил российский политолог Антон Бредихин. Он отметил, что между двумя народами происходит соединение культур, а также общенациональных идентичностей. В составе российской нации также очень сильна азербайджанская составляющая. В системе федеральных национально-культурных автономий у нас есть автономия азербайджанцев в России. Тоже весьма сильная организация, которая представляет интересы азербайджанцев, в том числе и на уровне Совета при Президенте по межнациональным отношениям. Поэтому здесь виден взаимный интерес между нашими культурами. Отношения между Азербайджаном и Россией продолжают стремительно развиваться. Этому также свидетельствует тот факт, что вот уже в 9-й раз обе страны проводят межрегиональные форумы, на которых не только обсуждаются перспективы сотрудничества, но и принимаются конкретные решения, позволяющие продвигать двусторонние связи. Стратегическое партнерство, оно всегда будет одним из ключевых, да, двусторонних отношений. Как я уже говорил, Каспийская конвенция открывает путь к более активному приходу иностранных инвесторов, да, французских, британских, но также и, естественно, что Россия видит для себя здесь через интересы компаний, да, нефтяных, нефтегазовых, конечно, также, возможно, примет участие в дополнительной разработке каспийских месторождений. Транспортное и энергетическое направление, оно действительно, наверное, играет такую ключевую роль, и, в принципе, туда мы будем двигаться. Эксперты отмечают, что отношения Азербайджана и России можно использовать для формирования гармонизации как системы межгосударственных взаимоотношений, так и на межрегиональном уровне. Эльнара Алиева, Сеймур Сахибзаде, CBC.